Дамы и господа. Добрый вечер. Начинаем торжественную церемонию открытия 16-го кинофестиваля «Улыбнись, Россия!». А церемонию торжественно ведут? Актриса театра и кино, всенародная любимица, ведущая актриса коллектива «Шесть кадров», лауреата премии нашего фестиваля Ирина Медведева. А также шоумен, певец, актер, всенародный любимец, лучший ведущий всех времен и народов Андрей Анкундинов. А вот уже четвертый год наш фестиваль проводится в Туле под патронатом губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева. Для приветствия фестиваля мы приглашаем на сцену председателя правительства Тульской области, первого заместителя губернатора Тульской области Юрия Михайловича Андрианова. Добрый вечер, друзья. Действительно, Тула с огромным нетерпением и радостью, Валерий Ильич, вам как организатор, ждала целый год очередного тура или очередного приезда артистов к нам на фестиваль сюда. Я вообще говорю к нам, потому что фестиваль уже практически получил тульскую прописку. И совершенно справедливо, четвертый год подряд мы, туляки, встречаем с радостью, с аплодисментами, с овациями вас, артистов кино. Смотрим наши любимые и новые фильмы. Я хотел бы поприветствовать от имени Владимира Сергеевича Груздева. Он, к сожалению, не может сегодня присутствовать, поэтому просил передать и организаторам, и всем нам слова приветствия, поздравления. Я хотел бы по старой доброй традиции сказать: добро пожаловать в Тулу. А учитывая, что мы почти как на международном фестивале, можно сказать welcome. Ух ты. Еще раз вас всех с праздником. Пожелаю вам счастливого просмотра. Вот доброго просмотра. Целые недели мы будем смотреть, радоваться, веселиться. А тут Новый год скоро, поэтому наше настроение продолжится еще дальше. Спасибо большое, Юрий Михайлович. И, как говорится, thank you very much вам. Да. По традиции фестиваля я прочту короткую молитву Томаса Мора, замечательного утописта, кто ее знает, повторяйте. Господи, одари меня чувством юмора. Одари меня чувством юмора. Осени меня милостью своей. Осени меня милостью своей. Отзываться на шутку. Отзываться на шутку. Дабы познал я радость в жизни. Дабы познал я радость в жизни. И разделил ее с другими. И разделил ее с другими. Спасибо! Фестиваль открыт! Дорогие друзья, мы желаем вам всем улыбок, хорошего настроения и, конечно же, хороших просмотров! Добро пожаловать в кино!